сейчас мы с вами зайдем в операционную и будем выполнять фокальную необратимую электропорацию, фокальный нанонож. Предварительно пациенту была в нашей клинике выполнена фьюжн биопсия предстательной железы, с помощью которой мы целенаправленно определили, где в предстательной железе располагаются раковые клетки. Мы сейчас открываем нашу биопсийную карту, сопоставляем с картинкой, которую получаем сейчас на ультразвуковом мониторе, переносим ее на ноутбук, где специальная программа синхронизирует с изображением МРТ и с данными предыдущей биопсии. Вот посмотрите, вокруг это контур предстательной железы, вот эта светлая линия, а красным обведен как раз тот участок, из которого мы взяли биопсию и получили оттуда раковые клетки. Сейчас вы видите схематичное изображение зондов. Благодаря тому, что каждый зонд имеет такую гиперохогенную тень, мы четко его визуализируем при ультразвуковом исследовании. Одномоментно это же изображение мы видим на аппарате нанонож. После того, как все зонды расставлены, проводится электрический импульс целенаправленно на пораженный раком участок. Вот вы видите, зеленая кривая, практически 70, уже 86% лечения произведено. Последний импульс сейчас пройдут, лечение будет завершено, после чего мы откроем кривую, посмотрим, как у нас все прошло контрольно. Операции осуществлялись в рамках клинического исследования. Прописан четкий протокол, каким образом мы будем наблюдать за пациентом. Через 3 месяца пациент сдаст простатоспецифический антиген. Через 6 месяцев повторно сдаст простатоспецифический антиген. Мы выполним магнитно-резонансную томографию. И спустя год мы выполним повторно биопсию предстательной железы из этой же зоны, для того, чтобы убедиться, что раковые клетки побеждены.